Итак, добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас на канале будет представлено изготовление засидки на утку, на гуся, можно на любое животное даже пойдет эта засидка на охоту. Сейчас Марат будет демонстрировать изготовление, так скажем, с подручных в лесу материалов. Значит, посмотрите, вот берутся вот такие жерди, тальники. Вот здесь диаметр, наверное, 2,5 сантиметра. Вот. 2, 2,5, 3 где-то может быть достигать. У нас, значит, замеряется ширина скоротка, засидки. И отрезается соответствующая длина. В данный момент мы сделали чуть больше 2 метра. То есть где-то даже ровно 2 метра. Вот я 1,80 м, и вот тут еще 20 сантиметров, да? 2 метра сделали. Посмотрите, вот накладываются вот так вот тальники. Сейчас нарезаются вот в таком вот порядке. Более тонкие тальники. Вот. Потом вот вторым слоем укладывается, и все это дело привязывается вот так вот. И все это будет у нас работать, все это будет защищать. Сделаем боковые стенки, передние, задние щиты, и попробуем сделать верхнюю часть, чтобы нас не было видно сверху. Вот. Сейчас Марат начинает резать. Сейчас я ему помогу резать вот такие вот тонкие тальники. Смотрите, тальники с ветками. И в этот фон, фон кустов, вот эта засидка вот идеально гармонично впишется. Она не будет сильно выделяться, потому что изготовлена именно с той растительности, которая здесь и произрастает. Вот. Посмотрите, здесь вот ходил лось по осени. Лось бегал, а вон там вот медвежьи следы есть. Вот сидят наши гуси, эти чучела. Вот, решили переставить снежную засидку, поставить в кустах. Вторая половина дня будет посвящена этому. Потому что снег очень сильно тает все время. Обваливается засидка. И вот. Еще сегодня приехали ребята. Сейчас вот буквально подъехали. А позже сходим в гости к ребятам. Если получится, конечно. Они там неподалеку. Вот. Вот так вот быстро. Собственно, это все дело срезается ножом. Вот. И укладывается в такой пучок. Пойдемте уложим нашу срезанную кусты. Марат здесь уже наложил своих кустов. Мы свои тоже положим. Что-то у нас длиннее, что ли, получились.
немного длинноватые. Засидку хочу сделать прямо внутри этих кустов. Обзор будет вот в эту сторону. Вот. Ну, конечно, мешают кусты маленько, но в основном небо видно как бы. Вот здесь вот будет сделана засидка. Для этого, думаю, кусты надо срезать с этой части, чтобы потом меньше было работы. Если два человека держат, то довольно быстро получается. Она сказала чугей, значит хорошо. Продолжаем в том же духе. Косить. Она давай, было вниз. Было, было. Вторая часть заключается в обвязке всей этой конструкции. Посмотрите, вот так это ложится. Как обвязываем? О, коробы нам поехали. Так, посередке с двух сторон все равно привязываем, говорит, еще две. И там по краям по одной. Итого на одном прогоне две. 3-4 завязки будет. 4 места для обвязки. Очень туго надо завязывать, говорит. Ну прям очень туго. Олан рака была там бы. Быстанись, монтан. Губите, колгас.
Тюк-тюгін бая бұны. Марат не верит в нашу силу дурости. Видите, вот обхватывает как, потом наступает на нее. Ну, в общем, вот так вот сейчас мы обвяжем первый щит. Это наша лицевая сторона защиты. Потом начнем боковушки, заднюю и так далее. Удобность данной конструкции заключается в том, что эти щиты можно будет перетаскивать на любое другое место и устанавливать. Ну вот такой вот щит получился. Че, идем на ту сразу. Так, идем сразу на установку. То место, где она должна стоять. Заходи. Она там голова облухла. Вот это у нас лицевая сторона. Будем ждать гуся в основном на подлете. Вот. Манки наши будут здесь расположены. Стрельбу будем туда производить, в ту сторону. Вот, посмотрите, как смотрится наш заборчик, за которым, собственно, и будут сидеть охотники. Абсолютно не видно. Так, теперь начинаем срезать кусты уже внутри скрутка, потому что границы скрутка у нас, собственно, определились. Контур. Вот, посмотрите, быстренько нарезали такую поляну с Маратом. Продолжаем срезать.
Половина есть, сказали. Вот. Теперь еще половину надо сделать. Так, обвязка дальней, задней стенки. Тут попнем. Блин, бас, хайм барилан уже гибет не да. Был к гостям, а я вот
Вторая часть готова. Вот. Ага. Отлично. Отличный скородок из кустиков. Здесь еще входную дверь делаем. И навесик такой. С этой стороны навесик. А с этой, собственно, выглядываем и стреляем. Вот и вся конструкция, друзья. Вот так это все выглядит снаружи. Вот такой вот. Вот так непримечательно все. Вот. Очень вписывается в фон. Поэтому за то, что будем обнаружены, я вообще не переживаю. За таким скрытком. Конечно, какие-то небольшие движения будет видно. Вот. Но это можно будет дополнять втыканием дополнительных кустиков. Ну так, незначительно. Главное не шевелиться так же. Все будет нормально. Где? А мана маныкка нэкка. Бу маныкка навыт. Эти дневник тура. Бу маныкк тура. Битта вона киревит онна. Бабо, бутин бая бэхэвит. Хэпте. Оно бутин бая бэхэвит. Бу. Ки. Бу. Будук бу. Торанч будук тора. Бу мана. Бу дайан кидин гэ битта. Тоттер будук ханам.
А вот дуют. Так, сейчас мы привязали вот такие три ноги. Эти три ноги сейчас я подрежу в этих местах. Конструкция три ног специально сделана так, чтобы она несла несущую функцию. Будет навес, за которым, собственно, стрелки будут прятаться от гусей, летящих на них гусей. Ломается эта штука и срезается. Вот здесь вот будет завязана вот такая вот поперечина, вот так. На нее положим навес крыши. Вот, а эти сейчас срежем торчащие края, чтобы лишнее не торчало. Байрон. Кугас Беллерн. Кюшковая, это хам. Вообще. Ещё не балуй, по-моему, баян. Вот полочка для верхнего навеса. И вот эта сторона у нас будет в роли двери. Здесь мы будем открывать, заходить. Там свяжем. Итак, завершающий штрих. Сейчас мы обвязываем крышу. И у нас получилось вот такой вот скородочек. С крышей, с навесом и со всеми остальными делами. Вот, посмотрите. Вот сюда мы постелим нашу крышу, и будет вообще, ну, просто бомбический скрадок. Так что
Кто не знал, берите на заметку, что из таких тальников можно сделать офигенский просто скордок, который нам построил Марат. Да, Марат? Да. Он у нас строитель, поэтому вот скоротки тоже строит. Дома строит, скоротки строит. Вот. Вот такой вот скородок. Сейчас мы сделаем полностью, и я зайду в скородок, покажу вам, как получилось. Ну вот и все, то, что мы хотели сделать. Мы... выходить. Ну вот, собственно, вот так вот следим за гусиками, как гусики подлетают. Спрячемся под навесик, сидим, смотрим. Визуально все видно, небо. Готовимся, выходим и стреляем. Вот немножко, если мешает, то можно отодвинуть, да. Вот эти штучки можно вот так сделать, где сильно выпирает. Все, Марат, заходи, примеряйся. Нет, стульчик не там будет, стульчик здесь будет. Да, вот так вот сидишь, смотришь. Ну, можешь там сидеть, в принципе. Там стульчик, чтобы сидеть, а здесь, чтобы смотреть, стоять, стрелять. Да? Да. Итак, друзья, наконец пришло время испытать охотничий костюм Сталкер от фирмы ХСН. Вот. Раскраска у нее зеленого цвета под такт. Так, туда перейди, пожалуйста. Сейчас я спрячусь в костюмчике. Ну вот так вот, в принципе, и будет выглядеть наша охота. Костюм, да? Лука сверху, ничего бай. Да. Вот. Оператор оценил, сказал, что не видно. Поэтому вот такой скородок мы сегодня построили при помощи вот такого ножа. Все ссылки будут в описании под роликом. Проходите, смотрите. Всем пока!